Вершина Тёяскийского района началась подготовка к предстоящему лыжному сезону. В конце ноября на базе спортивного центра пройдут два официальных старта. Первый – этап Кубка России и всероссийские соревнования Кубок Хакасии. Из-за своих климатических особенностей снег выпадает гораздо раньше и тает позже. Вершина Тёи – излюбленное место среди лыжников. Спортсмены заезжают сюда обычно уже со второй половины октября. К началу соревнований подготовят трассы и проведут ремонт техники, с помощью которой готовят снежный покров на лыжне.